Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих и зарегистрированных на закрепленной территории, начинается 1 февраля и завершится не позднее 30 июня. Для граждан, не проживающих или не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Родители или законные представители детей для зачисления ребенка в первый класс должны предъявить оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, и документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Зачисление в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Прием в первые классы проводится без вступительных испытаний. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае, а также для решения иных спорных вопросов, необходимо обратиться в Управление по образованию и науке по адресу улица Юных Ленинцев, 5, кабинет 26 и 27. Также в городском управлении и территориальных отделах действует горячая линия. Номера вы видите на экране. Со всеми нормативными документами можно ознакомиться на сайте Управления по образованию и науке.